Вот, я очень рад приветствовать, я только что узнал, что здесь присутствует группа друзей. Вы знаете, вообще, когда приходит группа друзей, это уже хорошо. Опять же, хрен с ними, с деньгами. Приходят люди, которые думают, куда пойти вечером в пятницу? И вот эта фигня, как ее, форум Минского, да? Да, да, да. Это не фигня. Это фигня, я сейчас сказал, это какая фигня, это не фигня. Убери руки себе, пошли. Нахуй тебе надо, блядь. Да пусть, блядь, ебу другу, блядь. Не серьезно, говорит, ты же взрослый человек, иди на. Ну, пошли там, не серьезно, пошли. Шлюха, дешевка, блядь. Ты видишь, что она не одета или нет? Да, ты видишь, она не одета. Серьезно, она тебе одета, блядь. Это безобразие. Блять, слушай, общество алкоголиков и придурков. Это просто отрыв башки. Дебилы. Блять, вас Медведев не знает.